Здорово. Хорошие новости, как для вас, так и для меня. Мы, наконец, доделали вот эти замечательные часы на люминесцентных индикаторах, доработали, добавили им возможность считывать температуру и влажность датчика DHT-11, также датчик давления BMP-180. Конкретно вот эти часы сейчас отправятся заказчику, который давно уже их оплатил, и я никак не... И мы никак не могли их доработать. Почему я говорю «мы»? Уже полгода как со мной в паре работает программист, с которым я учился когда-то в университете. Теперь я занимаюсь чистой электроникой, он работает над кодом. Поэтому устройство получается лучше и быстрее. Это самое главное. Так вот я их тестировал в течение недели, конкретно вот эти два левых комплекта, и периодически нажимал их проверить на показания температуры, влажности и давления. То есть при одном нажатии меняется температура на несколько секунд, потом влажность, потом давление и возвращается к часам. Конкретно на EV6 индикаторах пока что нету датчика, потому что вот я их запаял для покупателя. Да и, честно говоря, особо они в этот корпус, который я распечатал на 3D принтере, особо не влезали. Корпус пришлось покрасить акриловой краской, но как-то колхозно выглядит. Ну, все же лучше, чем ничего. Вот в эти 8 отверстий припаиваются кнопки, и, как можно заметить, отверстие левее для припаивания кнопки, которая будет включать индикацию уже параметров. Также мы поработали над писком, теперь они пищат очень прикольно, мне кажется. Также на EV6 у меня был распечатан такой корпус, это был первый блин комом, ну как и последующий, в принципе, ну, что поделать, вот он треснутый, это все ABS-пластик. ПЛА-пластик, кстати, печатает лучше, но сложнее обрабатывать. Его дихлоретаном уже, например, не обработать. Пришлось приклеить вот эти вот втулочки, так как высота вот этих ножек была недостаточна. Тут вот даже корпус немножко не пропечатался, вот видно трещины. Ну, ABS-пластик. Еще не до конца разбирался с настройками печати. И вот подобные часы, опять же, на EV22 индикаторах, уже в корпусе, сделанном по подобию вот этого корпуса, который был в прошлом видео. Опа, датчики. Деревянный, тут я уже пытался выжечь на нем льва или тигра. Какое-то мифическое, страшное животное, непонятное. И немножко переборщил с мощностью лазера. Ну, хрен с ним. Напечатал и славно. Корпус, как мне кажется, очень бездушный, но если покрасить его в какой-нибудь... Да даже черный цвет будет выглядеть немного презентабельнее. Какая-то полоса на корпусе. Огрех печати. И эти же часы полностью укомплектованы датчиками DHT и датчиком давления. Ну, не выведена, правда, кнопка для их индикатора. Кстати, когда я снимал эти часы, вот эти часы правые на EV6 индикаторах, камера определила как лицо. Забавно. И три последние платы вот собраны сейчас и ждут, пока я запаяю на них зуммер, отмою от флюса нормально и протестирую на плате с индикаторами. И готовы к отправке новым покупателям. Так что конкретно кит наборов уже не будет, так как все полученные платы, они уже полностью смонтированы. И, возможно, к выходу этого видео уже будут проверены, протестированы. И это еще не все. Сделаю затравочку. Скоро мы сделаем вот такие офигенные часы на газоразрядных индикаторах. Две платы уже распаяны. Над одной работает мой коллега-программист. И код уже вот-вот напишет. Что круто, вся схема поместилась на одной плате, включая кнопки для переключения индикатора. Да, правда, великоват дроссель запаял, но такого номинала меньше дросселя у меня не нашлось. Стоят они, конечно, эти сами индикаторы не так дешево, как хотелось бы. Ну, что делать, ретро. Помимо самих часов, тут будет один интересный датчик. И индикация будет происходить на вот эти газоразрядные лампы. Об этом в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!